Здравствуйте, мои такие дорогие, любимые подписчики канала. С вами, как всегда, волонтер Наталья. Пока я была в СПБ, вы видите фото отравленной собаки. Вторая собачка 2 суток ее охраняла. К сожалению, если помните щенков с трубы, с трассы, там тоже вытравили всех, даже не пожалели щенков. Ездили мои волонтеры. Хочу сказать огромное-огромное спасибо за время моего отсутствия. Это Вите, Максиму, Алексею, Диме за помощь в приютах и за помощь в кормлении бездомных животных. Спасибо, ребята, вам большое. Спасибо, что вы со мной. Нас мало, но мы есть. Моя такая большая дружная семья. Не прекращается отравление, вытравливание в городе, добивают, я говорю, последних. Поэтому, к сожалению, не показываю вам, где кормим бездомышей. Я сегодня покажу, но... А то власть имущих, она, мне кажется, спит на моем канале. Так же, как и все, кто заинтересован в этом. Но я говорю, я молю Господа Бога каждый день, молю, чтобы он в конце концов наказал всех, кто причастен к отравлениям, убийствам животных. Да будет так. Я очень надеюсь на справедливость, на бумеранг и на то, что когда-то, наверное, на Земле будет больше животных, нежели людей. Потому что надо чистить планету. Планету от людей, зверей. Моя такая большая дружная семья. 10 дней мы продержались. Спасибо вам огромное, все, кто откликается, кто помогает. За Филю. Филя завтра будет отвезен в клинику, потому что врач-онколог принимает пятница, суббота. А сегодня мой ролик с просьбой к вам помочь нам собрать опять денежных средств на питание. Сегодня привезут тонна мяса, услышьте меня вместе с бездомышами, это на 10 дней. Моя такая большая дружная семья. Как всегда, обращаюсь к вам. Только вы можете помочь жить и выживать приюту и бездомным животным на улицах этого бездушного города, города мертвых душ. Помогите оплатить теперь нам питание. Питание я нашла. Слава Богу, вышли на прежнюю позицию, поэтому очень ждем вас и вашей помощи. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.